Просто, чтобы вы были в курсе, так как мне почему-то все равно задают этот вопрос в ВК. Да, это запись со стрима. Я, к сожалению, сейчас других модов по лету не снимаю, потому что готовлю некую игру, о которой до сих пор нельзя говорить. Некая игра, ребята, которая выйдет 6 сентября на канале. И серии будет очень много. Я наснимал уже, наверное, гигабайт 400 материала, если не больше. Раскидал по жестким дискам. Очень много. Почти прошел, наверное. И завтра, то есть, постой. Когда вы смотрите этот ролик, я уже, наверное, еду назад. Да, вы смотрите его в среду, я сегодня в среду вернусь, так что я был в Москве на вот Deadfest, о котором я несколько раз говорил, даже больше, чем несколько, мне даже начали писать, Евген заебал с Deadfest. Ну а что? Ну Deadfest, я хотел, чтобы вы ко мне туда пришли, и мы тусили вместе, это же было бы круто. Не знаю, пришли вы или нет, в общем, влог с Deadfest будет, когда я приеду, ну и мне нужно, собственно, снимать эту игру. Ну, теперь вы в курсе. К видео, к стриму, к записи стрима переходим. О, да! Это мультиоргазм! Что же, мы перематываем события, продолжаем смотреть. Мы теперь идем на Рутмику, ребята. Мы идем на Рутмику съязвить. Мы идем на Рутмику, чуваки. Можно присесть не стоит. Я промолчу. Помощь предлагать я не буду. Может ты... А, блядь, сука, упала! Кстати, не пойму, где хентай. Вот что-то вроде сексуальное лето, а хентай анема. Хентай, походу, был весь в первом руте, который мы прошли. Рутмику, ребята, Рутмику. Будет ли тут хентай и сиськи? Вот в чем вопрос. Я не знаю. Но мы посмотрим. Ребят, я ожидал большего от этого мода, честно говоря. Разраб, если ты это смотришь, не пойму, где сиськи, где сексуальное лето. Я когда увидел просто начальную картинку, ожидал намного больше. Так, что же? Может, ты мне поможешь? Нет, у меня другие планы. То есть сейчас суть в том, что мы получаем Рутмику. Мы вернулись к моменту в столовой, когда мы должны помочь Ульяне и Алисе добыть елдак. Ну, то есть фалоимитатор, то есть член вот этот. Нет, у меня другие планы. Извини. Девочка, хентай. О, Хроник приехал! Саш, где ты был? Может, это и к лучшему. Я смотрю, ты уже успеешь сильно накосячить. С чего это вдруг? Кто ждет Cyberpunk? Вот кто. Потому что Славя обычно добрая. Ну, так. Обычно. Под обычно она имела в виду всегда. Вот оно как. Колись, мы никому не скажем. Честно-честно. Ага, сейчас взял и сказал. Много вы хотите. Даже если я накосячил, сам с этим разберусь. Я уткнулся носом в тарелку и захомячил ее за пару минут. Ну, как накосячил? Я всего лишь смотрел на ее сиськи, когда она была голая. Ничего серьезного. Ну смотрел и шо? Ну, смотрел. Может, драконил питона на Славе. Ну, шо? Она обиделась на меня. Ну, а шо? Работал так, как нормальные люди. А ты... А, я тоже работал. Ну, как? Я был в торговом центре с Лизой. Сосиску в тесте ел. Котику корм покупал. Потом вытирал рыбий жир, который протек из канистры. Осознание того, что я съел, пришло уже после. Да и не волновало меня особо. Главное, что сыт. Это не мой хуй. Подняв голову, я никогда никого возле себя не обнаружил. Нет, может быть, конечно, мой хуй похож. Может быть. Но это не он. Это не он. Это все-таки... резина. Ну, с каким-то стержнем внутри. Ну, и к тому же, понимаете, мой хуй не вибрирует. Мой хуй, к сожалению, не вибрирует. Хотя, если бы была возможность встроить виброфункцию в мой половой орган, я бы вполне возможно воспользовался данной возможностью. Тебе на заметку, Red Fox. Я не знаю, зачем я это сказал. Red Fox, у тебя не было такой идеи? Представь, донат гол на стриме, типа, не знаю, 100 тысяч рублей. Евген встроит виброфункцию в свой член. Я не знаю, у меня просто пришла какая-то ебанутая мысль в голову. Но, по-моему, она гениальна, по-своему. Подняв голову, я никого возле себя не обнаружил. Кстати, это второй из трех стримов на данном сайте. Возможно, будут еще.
Возможно, будут еще. И я думаю, в скором времени мы вернемся к экстримам на Ютубе. Просто я сейчас снимаю некую игру про пауков, и поэтому не могу. Ах. Как приятно выйти из душной насквозь смердящей столовой. На самом деле этот вибратор я купил просто так. Ну, потому что он прикольный. То есть, мне кажется, что в любом уважающем себя доме должен быть вибратор. Это общее правило. Ах, как приятно выйти из душной насквозь смердящей столовой. Нужно освежиться. Надеюсь, местный водоем мне в этом поможет. Вот только искать его нужно будет на ощупь. Вроде пляж должен быть рядом с пристанью. Хоть и с нее самой можно попрыгать. Так, ну и что будет дальше? На пляжу-то мы были, а и Мику где? Хм, это не просто пристань, это полноценная лодочная станция. Можно ли в прокат взять лодку? Что-то не вижу никого. Неужто тут все на доверие? Так, нырнуть с пристани, поплавать на лодке. Сохраняемся. У нас есть выбор. Я хочу нырнуть с пристани, конечно же. Эх, водица! Как я бы тебя соскучился. Нырнул. Не верну вибратор. Гондон ради прикола? Да. Надо будет, кстати, поделать, как Сиранхелия как-нибудь на стриме. Кружите меня гондона. Ух, хорошо. Единственное, о чем я не жалею. Ну, хотя не единственное. Ладно уж. Славе была хороша. Уверена, Алиса такая же без верха. Эх, видеть бы их получше. А водичка-то теплая. Сяду я в вашу лодку потом. А водичка-то теплая, настолько, что можно голышом купаться. Интересно, а здесь есть нудистский пляж? Отсюда видно обычный, нужно и туда заглянуть. Пора вылезать. Вот так вот. Черт, долбанный гвоздь, сука, прям в ногу. Тебе надо было мне день испортить. Теперь до медпункта как-нибудь, сука. Лодка на Рутмику. Ну черт возьми, ну прикольно же. Я ногу себе проткнул. Ух, сука. Блядская нога. Блядская нога. Умираю, помогите. Что случилось? Ногу гвоздем пробил на лодочной станции. Смотреть на облака. Блин, я их пропустил. Странно, на арте в заднем фоне нет ЖД. Видимо, ЖД убрали. Садись. Показывай ногу. Это что сейчас было? Сообщение пришло. А, доктор, насколько все плохо? Сколько мне еще осталось? Жить будешь, солдат. Раздевайся. Я и так в мокрой майке и трусах. Куда еще раздеваться? Чтобы кушетку не замочить. Ладно, сейчас тебя перевяжу. Действительно, сейчас ампутирует, и Лена придет. Евген, как думаешь, что начальной картинкой был электрический гомосек? Он тоже будет голым? Я даже не знаю. Вот и все. Сейчас я дам тебе таблетки, прими их. Это обезболивающее с сонным эффектом. Немного проспишь за ширмой, и к утру будешь как новенький. Понял вас, док? Все, что ли? Это все, как я понимаю. Что же? Роллбэк! Пора отправиться в лодку. Так, сейчас, где я остановился? Где я остановился? Так, Ульянка была. Тут было что-то зеленое. Честно-честно. Эх, водица. Так, что-то не вижу никого на доверии. Поплавать на лодке, чтобы не въебаться в гвоздь. Ну тогда, почему бы мне не взять лодку? Тем более я вижу остров. Отправляемся на островок. Да, я тоже не очень хочу смотреть на электрогамадрил, но сюжета, слава богу, нас туда не везет. Почему нету рута электроника? Потому что мод в разработке. Я думал, что он уже как бы конченный. Окончен. Но оказалось, что это не так. Я думал, Лиза написала. Ифан, режим луны. Все, Ифан мертв. А то не, как-то невежливо. Телефоны на стриме. Я, пожалуй, выпью еще харилки. Все, Микко! Мой питон плывет. Мой летучий голландец включил крылья. Фух, и кто завязывает веревку на столько узлов? Даже и не помню, как в последний раз держал в руках весла. Ну, поплыли. Почему Семен плывет полуголый? Это фича такая?
Это тяжелее, чем кажется. Нацуки! Привет! Рад тебя видеть. Если так сложно будет всегда, то в следующий раз я от этой идеи откажусь. Нацуки, а ты видел летучего голландца у нас на стриме в прошлый раз? Или в этот? Почти все. Почти доплыл. А зачем я вообще это делаю? Неужто мне заняться нечем? Фух, наконец-то. Так, пора исследовать остров. Те купили iPhone 7 со скидкой. Никитос, а почему мне не купили iPhone 7 со скидкой? Я типа хуже тебя. Где мой 7 iPhone? Я хочу найти себе богатого ебаря, чтобы он купил мне 7 iPhone. Ладно, я шучу. Все, все, актер, которому не дали Оскар. Надеюсь, я первооткрыватель. Пивной живот Семочки. Любит Балтику, значит. Блин, остров не такой уж и большой. Мой вибратор больше. Простите, пожалуйста. Всего 10 минут хватило его обойти. И я видел следы. Увы, я не первопроходец. Ну, пора вглубь. Господи, одни кусты. Кто-то не бреется. Ну, например, у меня есть кусты. И эти птицы. Прям над ухом. Зачем я продолжаю идти? Зачем я вообще сюда приплыл, а? Ну и Евген начал снимать, и Разраф вспомнил замот и вытер с него сперму. Именно! Он мне даже написал. В чем смысл совершать какие-то необдуманные действия? Ради незримого интереса? Или ради остроты ощущений? И все же, зачем я продолжаю углубляться? Хоть и заметна какая-то тропа, но едва ли она таковой является. Уверен, что мое больное желание найти приключения на задницу возобладает. Ого, я куда-то пришел! Эй, ты! О, Мико в купальнике! Та-та-та-та! Вот это мне нравится. О, я открыл ящик Пандоры! Ты чё, оглох? Поехавшая. Так. Сейчас бы лицо Пахома на нее приделать, и будет нормально. Нет, твой ёбль стоит справа от тебя. Это? Ребят, вы просто неопытны в сексе. Вы не понимаете, зачем нужен вибратор. Я не хочу вам объяснять. Вы еще маленькие для этого дерьма. Вы еще маленькие для этого дерьма, ребята. Понимаете? Просто я человек, который любит... О, да! Это мультиоргазм! Саш, я обязательно вставь нарезку монтаж с летучим голландцем. Не смей молчать, когда я с тобой разговариваю! Бляха-муха! Вспомнил школу-тюрьму. Говорил же мне отец, не лезь туда, куда не надо лезть. А я, дурак, не слушал. Чё вылупился? Простите. Ха, буду я еще тебя прощать за такое. За что это? За то, что ты вторгся на мою территорию. Постой, это общий остров. Хуерок. Чтобы у тебя на лбу хуй вырос. Ты единорог. Мне раз нужен миксер для коктейлей. И вправду, я обошел весь остров, но лодки, кроме моей, я не заметил. Неужто леший? О, прошу простить меня, холопа, что вторг все ваше владение. Она же не метила здесь ничего, да? Хе-хе, вот так-то лучше, но все еще недостаточно. Я жду от тебя подарков. Ой, какой же она подарок от меня ждет? Летучего голландца? Моего собственного, кожаного. Так, подарков, что ли? Да, подарков. Кстати, Let's Fun, привет. Когда там ждать продолжения мода? Когда мне навострять орла? Орла. Орел. Да, подарков. Неужто ты не расслышал в первый раз? Нет-нет, миледи, я просто встал в ступор. Но у меня есть что вам предложить. Саш, ты что, стал пидором? Ты хочешь мне вставить? Саш, ты меня пугаешь, я уже не хочу стримхату. И что же это? Что? Это... Сейчас он трусы разорвет на себе. Сука, сука, сука! Лодка! Так, сейчас, сейчас будет взрыв. Сейчас будет взрыв. Лодка? Да, самая настоящая лодка. С ее помощью я смогу вас доставить до большой земли. Лодка? Наконец-то! Так вроде получилось. Ты мой спаситель! Отвези же меня на берег! Конечно, отвезу. Черт возьми, очень странный сюжет. То есть она рада, что может убраться с острова? Так как она на него попала? Твою мать. Арт говно. Такое ощущение, что я везу бабку с обвисшими сиськами. Евген, где можно взять твоего кожаного голландца? О, чтобы его заполучить, нужно быть девушкой. Я пока не определился с концепцией продолжения. Есть классная идея. Let's fun. Ты можешь мне ее написать в личку. Я тебе дам... Как возможно, я смогу тебя вдохновить.
Ну? Что ну? Может, расскажешь, что ты там делала на острове? Почему тебе это интересно? Ну, может, потому что ты вела себя очень странно? В смысле странно? В прямом. Нацуки, ты уже волнуешься, поел ли Саша? Интересно. В прямом, я на минуту поверил, что ты и вправду шибанутая. Как ты смеешь? А, про нарезку, господи, Саш, я чуть не обкакался. Я реально подумал, что ты хочешь войти в меня. Серьезно, я на секунду подумал, что ты предлагаешь мне нечто. Я рисовать не умею, художник нужен, черт возьми. Ну, например, чувак, который делает пацанское лето, он выкручивался тем, что, ну, у него там артов как бы не так много, вот в продолжении моды, но все равно получилось довольно неплохо. Может быть, без художника получится? Просто использовать тот контент, который есть, и как бы писать сюжет? Да, видишь, Red Fox тоже об этом подумал, Саша. Так что не я один. Ты должен быть более точен в своих формулировках. Ам? Как ты смеешь? Я просто... Ну? Что ну? Ясно. Как хоть зовут-то тебя? Мику? А если перестать косплеить ехидную аниме-девочку с завышенным ЧСВ? Зови меня Мику. Как скажешь, ехидная аниме-девочка с завышенным ЧСВ? Причалили. Вылезай. А как же руку подать? Эх, спасибо, что вытащил меня оттуда. Да пожалуйста. Ну так, не скажешь, что ты там делала? Алиса меня туда привезла, обещала кое-что. А потом бросила. А, Алиса! Черт возьми. Нет, у Мику нет пивного живота. Как-то в глаза не бросается. Кстати, мне очень нравится ее зеленый купальник. У него классный цвет. Знаешь, меня все ругают за то, что много текста, мало сисек. Ну, может быть, учитывая, что мод называется «Сексуальное лето». Ой, ладно, я промолчу. Да, донат был 42 минуты назад. Где донат, ребята? Хоть 30 рублей, Женя. Чтобы Женя мог наконец-то встать со стула. Ну, я вставал со стула, повод как бы находился. Ого! И как долго ты там была? С утра. Почему начала этот цирк? Это же было забавно. Кстати, правда, это было забавно. Мне нравится. Ясно. И где сиськи? Постой. Что еще? Не мог бы ты для меня кое-что сделать? Что еще? Найди Алису и плюнь от меня ей в лицо. А также забери у нее мой браслет, а то она мне его не отдаст. А почему тогда она должна отдать его мне? Ты можешь ее уговорить. Ну, пока, Буба, Кагоп. Слишком сложный ник. У Алисы пристрастие к доминированию. У Алисы пристрастие к доминированию. Притворись сабмиссиум, проникли к ним в домик и укради браслет. О, так мне это нравится. Чего, блять? Будешь очень сильно должна. На словах это довольно просто, ладно. Поворачивай налево, ищи 23-й домик. Ты должен в него упереться, если пойдешь прямо. А где мне тебя найти потом? Я заведую музыкальным кружком. Знаешь, где он? Притвориться сабмиссивом, как в 50 оттенках серого. Так, вот этот поворот сюжета мне уже нравится. Нет, без понятия. Смотря на ворота со стороны лагеря справа, за клубами будет тропа, прямо до музыкального кружка. Не ошибешься. Клубами? Постой, у меня кав, донат 150 рублей. Да, я... О, черт, я это делал. Я это делал для стрима с Ваней, ребят. Простите, сейчас прямо сейчас поменяю. Просто я боялся на стриме Вани, что будет очень много донатов, потому что 30 рублей, как бы, ну это мало. И я боялся, что как бы Ваня будет, ну, недоволен, что я слишком часто встаю со стула. И, ну, слишком много донатов. Это, я из-за этого поднимал. Хотел, чтобы было поменьше. И потом забыл. Я тупо о них забыл. Я просто забыл об этом. 30 рублей. Мы возвращаем 30 рублей. Скоро будем дрочить. О, я жду. Хорошо, понял. Тогда пока, удачи тебе. Она мне понадобится, что ли? Я знаю офигенное аниме «Любовные неприятности». Посмотрю именно «Любовные неприятности». Все остальное... Ну, «Мастер меча онлайн» тоже крутая. Она мне понадобится? Ну, стоит рискнуть. Так, где моя одежда? А где моя одежда? Сейчас можно сыграть «Терминатора» и прийти голым к домику Алисы. Она все отдаст. И вот я здесь. Для начала стоит придумать план. Войти внутрь, забрать браслет, выйти. Хороший план. Осталось его продумать. Мику сказала, что Алиса любит доминировать. Как мне это поможет? Так, притворюсь сабмиссиум, войду в дом. Выманю из домика, проникну внезапно. Поставлю перед фактом. Так, сохраняемся и пробуем разные варианты, ребята. Мы будем пробовать все. Поставлю перед фактом. Силой заберу браслет. Нет у меня желания играть по ее правилам. Хороший план. Лучше не придумаешь.
Ну-с, за дело. Я постараюсь растянуть этот мод. Ну, посмотрим, что получится. У нас, если что, будет второй. Ёпты. Ау. Так, стоп, это же халява. Где она могла бросить браслет? Пусто. И здесь нет. Так. На полках тоже нет. Черт, где же? Может, под подушкой? А, вот он, самое время валить. Я сейчас вернусь. Черт, как же вовремя, а под кровать нельзя залезть, срочно нужно спрятаться. Да поняла я, под кровать, блин, то что я думал, под кровать. Хоть бы пронесло, иначе за проникновение в чужой домик, как грибу. Фу, за дело. Так, черт возьми, это может плохо кончиться, блин, куда она положила? Интересно, что она ищет, не браслет ли? Ой, давай только быстрее, сейчас. Женя, алисизация, это новый сезон САУ будет в сентябре. Окей, я учту, посмотрю. Хочу сделать, как в школьных буднях. Играл кто? Могу ссылочку Евгену скинуть. Нет, я в школьные будни не играл. Казалось бы, при чем тут Литва? Да ты не торопись, я больше никуда не спешу. Блин, где же они? Я ведь точно бы забрал браслет. Женя, ударение на А. Про Денза, что ли? Где тебе сделать ударение? На А? На А. Ударение на А. Ударение на А. Саша. Саша, ты бросил меня, чтобы играть с Нацуки, да? Вот пидорас, он бросил меня, чтобы играть с тёлкой. Пиздец. Я уверен, она меряет таблички. Я молчал. Но я знаю, что она меряет таблички. Алексей Ужва, спасибо за 30-ку. Ужва, извиняюсь, Ужва. Вот куда ударение, черт возьми. Немножко поиграл язычком. Да, точно. Ульяна, не торопи, это дело деликатное. Какое еще дело? Что она вообще здесь ищет? Почему я все еще здесь? Нашла! Блин, а как их использовать? Хватит, я устала ждать, давай помогу. Не, она реально личик ищет. Ах ты мелкая! Сейчас что-то будет. Ты что, с тампонами делаешь, извращенка малолетняя? Тампоны? Блин, что она там делает? Пока что доминирование Семена плюс 2, это хорошо. Я просто... Да, у нас был донат. 30 рублей. Я просто... Ра-та-та-та-та? Ау! Оху, какого хера? Что ты собралась делать с моими тампонами? Ничего. Прекрати. Не перестану, пока не скажешь правду. Ладно, у меня нет месячных. Просто хотела попробовать. Простых пальцев тебе уже не хватает? Чего, бля? Даже если так, глупышка, ты же такая красавица, соблазнить парня для тебя не проблема. Какого еще парня? Да любого. Вон Семена, например, уверена, он будет не против. Чего-чего? То есть Алиса сейчас намекает, что я мог трахнуть Ульяну? Что, блин? Все, пошли уже. Так, какого черта это было? Пора валить. Ну что еще? Ну как тебе мои ножки? Она знает, что я здесь. Глоток. Не стесняйся, поцелуй их. Иначе все Алисе расскажу. Ах ты маленькая. И ты знаешь, что с тобой будет. Постой, у Марьяны Ро новый клип. Надо будет посмотреть в конце стрима обязательно, потому что я тайный фанат Марьяны Ро. Знаете, я считаю, что чисто внешне Марьяна Ро не так плоха. У нее, конечно, ну, фигура не совсем как бы мне по вкусу, но в целом она ничего так. Молодец. Увидимся за ужином. Черт. Пора уже отдать этой поганой браслет, будь я проклят, что взялся за это дело. Вроде никого. Так, ребят, давайте сохранимся и попробуем другие выборы, потому что выборы. День первый, Семен, так, да, я понимаю. Так, попробуем другие варианты.
Притворюсь сабмиссию. Нет, выманю из домика, проникну незаметно. Нужно найти предлог, при котором она уйдет настолько, насколько мне понадобится. Ну какой? Сказать, что Ульяна просила ее позвать, сказать, что Ольга Дмитриевна просит помощи. Скажу, что вожатой нужна помощь Алисы. Должно сработать. Хороший план. Лучше не придумаешь. Ну, за дело. И там никого нет. И там никого нет. Так, ну, давайте, что будет, если я выберу притвориться сабмиссивом? Смысл просто посмотреть выборы, потому что они ни на что не влияют. Так вот притворюсь сабмиссивом. Я вполне бы мог поиграть в ее раба. А что дальше? Дождусь подходящего момента, попрошу браслет в обмен на себя, раскрою свою цель. Отдамся на растерзание, так будет проще всего. Хороший план, лучше не придумаешь. Ну, за дело. Ну, собственно, это все, потому что разницы в этих выборах нет. Что же, теперь переходим к контенту. Вроде никого. Браслет Cartier, но я думаю, Red Fox завтра пойдет за ним. Хотя нет, я бы за ним не пошел, неважно. Браслет Cartier. А если я бы взял какой-нибудь специальный браслет себе, какой-нибудь очень красивый браслет себе на писюн, знаете. И как бы говорил девушкам, знаешь, у меня есть очень красивый браслет. И как они спрашивали бы, а какой, Евген, ты его покажешь? Я буду говорить, ты можешь сама на него посмотреть, если разденешь меня. У меня в трусах браслет Cartier. И она будет такая, о, Евген, давай, я стащу с тебя трусы. Так, музыкальный кружок должен быть неподалеку. В итоге Семен по-прежнему доминирует, а его озабоченность достигла 6 пунктов. Что-то пошло не так. Это и есть клубы? Почему во множественном числе? Клуб один. Нужно будет туда сходить. Если это клуб, а слева ворота, то мне зазнаться. Она слушает этот рейв, как потяру из горла. Моя девочка хилдай навсегда влюблена. Нарисована так ровно, будто этот подырай. Стань моею, о, не срочно, моя девочка. На что готов Евген за 2 ляма? Скоро расплата. На что готов Евген? На что же он готов? Я честно не знаю. Я не знаю. Я не уверен, что мы с Сашей придумаем что-то на 2 ляма. Или с Лизой, или все втроем. Я не знаю. Я не уверен. Но спасибо, Red Fox, за 1024 рубля. Плашка старой оперативной памяти. Кстати, его здесь нет. Короче, у меня есть такой старый толстый ноутбук из 2000-х. Его, наверное, мы на стримхате тоже разъебем. Если что, стримхата 6 сентября, приходите. Будет на YouTube-канале. Жесточайшая стримхата будет дичь. Мы будем уничтожать просто все. У нас там будут разные виды оружия. Я думаю, что чтобы такого еще интересного придумать, помимо нескольких видов оружия, которые, ну как бы я уже прям понял, что вот я хочу, чтобы они там были. Так что, черт возьми. Посмотрим. На 2 ляма, вот прям разово на 2 ляма я не знаю, но будут очень крутые вещи. И они будут связывать еще взаимодействие с реальным миром. То есть нам нужно будет не именно в доме что-то делать. Будут такие испытания, которые требуют выйти на улицу и взаимодействовать с обществом. То есть нам нужно будет выходить и делать вещи, которые могут быть восприняты не очень хорошо. Но они будут веселые. И все это должно будет стримиться, естественно, с телефона. Ну, потому что иначе это неинтересно. Так что вот так. Вот так, да. Будет круто. 100%. Вот не знаю, на 2 ляма или нет, но то, что это будет огонь, и то, что этого еще никто никогда не делал на Ютубе, я 100% уверен. Этого никто не делал. То, что я придумал, не делал никто. А вот и он. Спермен! О, да, Спермен, привет. Ты заценил мою жопу? Я рад, надеюсь, не разбрызгал паутину. А вот и я! Почему ты еще в купальнике? Это не важно, браслет достал. О, она хочет, чтобы я ее раздел, я понял. Да, вот он. Что-то не так? Нет, просто. Не думала, что ты действительно сделаешь это ради меня. Ради тебя? Так попросить награду, отдать безвозмездно. Я снова сохранюсь. Награду хочу. Хрена лысого, я делал это ради сисек. Конечно, не прочь отказать. Я не прочь отказать такой красивой девушке. Но могу ли я получить награду?
Сейчас разозлится. Какую еще награду? Ты удовлетворишь мои потребности, показав грудь. Чего, блять? Совсем охренел, плебей? Как тебе такое удовлетворение? Нравится такое? Наглец! Семен? Черт. Зачем я сохраняюсь-то, блин, тут роллбэк есть. Так, так, сейчас попросить отдать безвозмездно. Ах, да хрен с тобой. Конечно, ради тебя, принцесса. Держи. Ребята, урок. Никогда не просите у девушки награду за то, что вы делаете. Никогда. Понимаете, девушка дает, если как вы сделаете что-то для девушки, вы делаете это безвозмездно. Никогда нельзя делать что-то и говорить, так, а где мои сиськи там, а? Где фотка сисек? В лучшем случае вас ударят, в худшем оторвут хуй. И все, даже награду не попросишь. Молодец, иначе получил за такую мерзость. Я уже видел. Ты, конечно, хороша, но вряд ли ты сможешь меня удивить. Именно поэтому я хочу тебя отблагодарить. Вот это неожиданно. Пусть это и безумие, но должна поощрять свое. Ты так посмотри на свое лицо, удивлен? Нравится? Да я в ахуе просто. Семен, что с тобой? Все как всегда. Тоже, мод пройден, ребята. К сожалению, это все.